Друзья, всем привет! За моей спиной находится необычный автомобиль. Это гибридный Lexus с необычными проблемами. Нам поступил запрос от одного из наших постоянных клиентов на некоторые детейлинг-услуги. Такая услуга, как полировка и очистка всего кузова от вот этой вот въевшейся краски, от этого всего налета. Автомобиль сейчас выглядит, как будто это какое-то звездное небо. А причиной тому, совсем недалеко от места парковки данного автомобиля, производили покрасочные работы. Так вот, эта вся пыль от краски, капли краски, все попали на этот автомобиль. Автомобиль полностью вместе с крышей со всех сторон облит этой краской. Сейчас, на самом деле, если смотреть на этот автомобиль, то действительно он выглядит как будто полное такое черное ночное звездное небо. Природа происхождения данной проблемы я уже озвучил. Это строительные малярные работы непосредственно близости вот этого автомобиля. Но также очень часто в момент, когда на дорогах наносят свежую разметку, к примеру, автомобиль проехал, также могут попадать такие же капли, брызги на кузов автомобиля, которые на самом деле тоже очень проблематично снять. Если эту процедуру сделать максимально быстро, то это будет менее болезненно, скажем так, для ЛКП автомобиля. Но на данном автомобиле краска уже достаточно давно находится. Поэтому вот и сложности у нас с ней, скорее всего, немножко и возникнут. После того, когда мы эту краску полностью всю очистим, после этого мы будем делать восстановительную полировку. Потому что в любом случае на кузове, на поверхности кузова будут оставаться небольшие, скажем, какие-то мелкие царапки, возможно, следы от тех действий, которые мы будем предпринимать для того, чтобы удалить ее полностью с кузова. Но и без того, что мы будем производить какие-то манипуляции с этим кузовом, он и так уже достаточно сильно поцарапан и изношен. Поэтому восстановительная полировка здесь по-любому нужна. Ну и для того, чтобы этот кузов после того, когда мы его почистим и отполируем, был защищен, мы его покроем специальным составом. Ну что, друзья, прошел у нас целый день. Мы потратили весь день на то, чтобы очистить эту краску с кузова автомобиля. Сейчас автомобиль изменился, вид у него совершенно другой, но работы с ним, конечно же, еще очень много. Мы краску полностью очистили от кузова, осталось нам машину еще отполировать, а также, как я и сказал, будем делать еще и полную химчистку салона автомобиля. После чего, естественно, мы также кузов покроем керамикой. Чтобы тщательно подготовить автомобиль к полировке, мы очищали краску следующими средствами. Использовали, как всегда, состав Orange Power. Он очень хорошо нам помог оттереть всю краску, то есть использовали его в совместном вместе с микрофибровыми тряпочками. Также мы использовали обезжириватель, то есть это средство, которое также очень хорошо помогало нам удалять краску. После всех этих манипуляций мы еще раз кузов полностью прошлись абразивной глиной, дабы удалить все остатки какие-то, которые могли остаться на кузове. То есть после этих процедур кузов уже полностью очищен от краски. Да, он поцарапанный, да, он не очень красиво выглядит, но следующим этапом мы его полностью отполируем и, конечно же, покроем его защитным составом керамикой. После этих процедур кузов, конечно же, преобразится и будет выглядеть совсем по-другому. А вы не переключайтесь и смотрите дальше этот ролик. Ну что, господа, прошло всего 3 дня, и полюбуйтесь, какой теперь результат.
все процедуры, которые были оговорены с нашим клиентом, мы выполнили полностью и в срок. Это, напомню, полностью почистили весь кузов. Это полировка всего кузова с нанесением защитного состава, а также почистили салон и сделали еще кое-какие бонусы. На очистку всего кузова у нас ушел ровно один рабочий день. Мы эту краску почистили специальными составами, использовали как коховский состав Orange Power, также использовали коховский состав EO Lex, а также нам очень сильно помог обезжириватель, который мы используем, то есть он тоже так достаточно хорошо оттирал все эти пятнышки. А после этого мы еще раз полностью весь кузов прошли специальной абразивной глиной для того, чтобы убрать остатки, которые могли остаться после данной манипуляции. После того, когда кузов был у нас полностью очищен, мы приступили к полировке. Полировка у нас прошла пастами CarPro. Это стандартная схема. То есть первый шаг мы сделали абразивной полировкой, второй шаг это средней пастой промежуточной и третий шаг это антиголограммка. Данная схема полировки позволяет привести кузов автомобиля в состояние практически нового. Но для того, чтобы сберечь ЛКП автомобиля в будущем, чтобы краска, если вдруг она еще хоть раз попадет на кузов, не прилипла сильно к поверхности, мы всегда рекомендуем наносить защитные составы на кузов. Именно такую процедуру мы сделали на данном автомобиле. Мы нанесли сюда несколько слоев керамического состава. Ну и также, как я уже сказал, привели в порядок салон автомобиля. Мы его полностью почистили. Удалили все загрязнения, которые там были. Сейчас состояние автомобиля, как снаружи, так и внутри, идеальное. А в завершении хотел бы добавить следующее. Нет нерешаемых задач. Как вы видели на примере данного автомобиля, ситуация с ним была очень плачевная. Но благодаря умелым рукам наших специалистов, мы эту поставленную задачу решили полностью и идеально. А если вы хотите также, то вы знаете, к кому обращаться. А с вами был я, Андрей, основатель детейлинг-студии и школы CarStyle. Всем пока!